что только любить. Не значит, ничего. А это их не дом получается. Видишь, сейчас они вот здесь, это новые вода сняли из улицы, сделали, поэтому здесь вообще у нее вот такая чистота была всегда. Она цветы, мовиты, здесь не знаю, что творится. Конечно, никто не живет, а что? Вот видите, это дверь. Это новая сделана. Здесь не было решетка, мешетка никогда не было. Вот здесь стекло было, которое сам он снял. Как будто вот знала. Откуда знаете, если человек первый раз придет. Вот я, например, не знаю, кто живет, как здесь, что. Вот первый раз, как я знаю, вот можно это снять, от рейки достать. Откуда я знала, что там замок стоит? Можно открывать. Вот как? Не знаю, как это. Вот видите, пломб стоит, да. Ага. Может быть, сейчас Пермяков принес и сама скажет, как что. Поэтому мы ничего пока не трогали там. Здесь это родительский дом, но никто не будет здесь жить. Это в самом деле так. Но это полно, большой дом. Все есть там внутри. А почему никто не будет жить? А кто будет жить здесь? Здесь стоит, идите сюда. Рита Джон. Фотографии посмотри, кто здесь зайдет и живет. А? Uh-huh. Все вот эти фотографии стоят. Кто может там уже смотреть и жить? Вообще зайти можно там? Я вот это через 6 месяцев один раз, тот раз собирала, вот села, стены все там видно, пули как зашли. Где она живет и там вот рядом, и это уже ее комната. Это девушка, двоюродная сестра ее. Пуль зашел прямо в тот стены, где она живет. Там шесть человек убило пулом, а маленькому самому Сережику ножом делал. Вот. Почему не тоже не знаем. Это шестимесячный ребенок что мог делать? Кому видеть или что может сказать? Если вообще-то, если хотела убивать, зачем не стрелять тоже? Вы ждете открыть этот дом, когда сюда зайдет Пермяков и покажет. Вот мы это ждем, все. Да. Вот сам он придет, показывает. Не знаю, вот вообще в жизни он зашел здесь? Может быть, зашел, не знаем. Чтобы сама объяснить, нет? Как открыл, зачем открыл, за что убил этих бедного людей. Не знаю, они сама себе у себя дома спали спокойно. Они, вот, например, я дверь иногда забиваю, так откуда я знаю, что придет кто-то мне будет убивать? За что? Вот можете здесь тоже пройти, посмотреть их. До сих пор верхняя ёлка стоит. Представляете? Ёлка ещё с Рождества. Конечно. Ещё какая ёлка она покупала, как она сделала там. Может быть, в городе такой ёлки не виделись. Вот отсюда, если немножко светло было, там уже стены видно пули где-то. Это сестра и муж спит здесь. Ага. А это последняя комната, детский и муж и жена, невеста. Вот. Детские там, что? Памперсы, детская. Вот детская, это тоже здесь стояло. Последняя комната, это тоже здесь. Что творится, не знаю. Они очень спокойно, сама себе аккуратно. Работали, жили, никому никогда не делали. За что так делали, их не знаю. Вот за что, за что. Убивают, что заходит, убивают, знают, что врага есть. Это, а у них никогда не врага. Ёлки стоят до сих пор. Уже не могу, не знаю, что делать. Уже болею, сердце у меня уже не работает. Зачем они убивали семью мою родную?
не могу забывать. Всегда моя сестра, как, не знаю, своя семья большая, сидели во дворе, играли дети, а сейчас все, уже 6-й месяц, но до сих пор ничего не могли делать. Пермяков там, В этом гарнизоне? Да, там мы не можем ничего не спросить, не узнать. Я не верю, не знаю, просто наши вот адвокаты уже начали сказать, что Рита Джан, ты думай, просто так может быть, есть такого циризма, что вот дебилизм называется. Не соображает, что делает, и начинает. Но сама я не верю, потому что там 7 человек, один вот этот пацан 19-летний не мог так делать. Не знаю. Вот, например, я закрыто сплю, очнусь и посмотрю, что кто-то стоит на меня. Может быть, не соображаю сразу, что буду делать. Но все-таки 7 человек и все взрослые, там просто до 5 взрослых и 2 маленьких били. Говорит только, что твой зять это держал, а это оружие, только эти пальцы сняли. Как это весь дом, сколько жили, они ничего не нашли, там только один это, что держало оружие, только это, не знаю. А когда я зашла, тоже видела, что племянник на полу лежал. Первый же я зашла там. Все, что видела, никогда не забуду. Просто я хочу правосудия, чтобы все правда, чтобы... Кто виноват, чтобы все правильно судили, кому кто надо, кому надо, кто делал, сама кто это делал. Пускай, чтобы он это был. Пермякова так ни разу и не видели, да? Откуда видели? Сам адвокат не видели, сами армяне. Они говорят, кто нас пустит, что мы зашли в базу. Они даже, наши армяне, вот адвокаты, не знают внутри, что находится. Кто находится, даже что говорит, что делал, не делал, как делал. Протест хотела делать. И я хотела как раз 2 числа, это маленький Сережик будет годик. Я хотела у них во дворе собираться, все адвокаты, мы адвокаты, и телевидение, что фотографировали, все, что узнали, что творится, что до сих пор уже с 6-й месяц ничего не знаем, ничего не открывается, ничего не знаю, что там секретно. Это государственное что-то. Если сама не знает, что вот он правильно, он это все делал, он стрелял, он убивал, значит, дайте армяну, скажите, вот осудите как хотите, что делаете, что хотите, делайте. Вот это тоже мой, я думаю, что вот это, что митинги собирали, вот это, что подорожается света, уже люди стояли, мы тоже хотели с ним соединиться, они уже начали... Я так думаю, что боятся, вот что мы тоже, если будем база закрывать, уже катастрофа будет в городе, да? И поэтому они, я так думаю, уже вот наши Саркисян уже думает, что может быть что-то надо делать, чтобы они тоже успокоились. А то если мы тоже, если соединились их, не знаю уже там, что было бы. Они когда слышат, что я хочу собрать, уже собрание делать, вот звонит. Мы хотим, чтобы вы пришли, мы хотим что-то сказать. Вот ничего, успокоит нас, успокоит, чтобы не делали шум. Не знаю, из Еревана тоже государственные эти чиновники. А вы хотите, чтобы база была русская закрыта? Я не знаю. Я знаю, что русские всегда были хороший народ, они всегда помогли армянам. Я знаю, что русские держат нас, если они нас... Я первый раз такого видела. Что это такое? Но вы хотите чего? Чтобы был армянский суд, чтобы была армянская прокуратура? Конечно. Чтобы он сидел в армянской тюрьме, если его засудят? Да, хоть бы они сейчас, вот если армяне будут судить, вот мои адвокаты уже будут привозить дома. Он будет показывать, как зашел, за что зашел, кто их сказал, что заставил. А этого ни одного раза не было? Никогда. Он не человек. Он не человек, у него нету душа. Если человек убьет 6 месяцев, не ребенок, что понимает он? Я не уверен. Может быть он, но он не один.